Ну, я про нашу оппозицию, которая в России, я не думаю, что это очень серьезный какой-то пласт общества или слой. Нет, нет, это не серьезно. Это какое-то трепыхание, сотрясание воздуха. А снизу базы никакой нет. Ну, все эти финансирования, если перекрыть еще как-то, пока не очень. Наверное, не очень, еще есть им за что, во имя чего бороться и голос поднимать. Не знаю, как все это объяснить, но мне кажется, я лишь не замечаю, вот что, а их так много, и эти люди, как-то они хотят меня с панталыку сбить, или каких моих родных, близких. Нет, каждый занят своим делом из моих. Никто про это не думает, и они с удивлением смотрят на тех людей. Ну, наверное, всегда должна быть оппозиция. Но не оппозиция во имя добра, а не в осуждении, в разорении, чтобы шло, в разрух страны. Зачем? Вот такие мои невнятные мысли на эту тему.